Тем временем гиганты в городе. Минский завод колесных тягачей устроил выставку своих машин на Октябрьской площади столицы прямо у Дворца Республики. Увидеть все модели сразу. Экспозицию развернули к 65-летию предприятия. Самая известная продукция военного назначения. Эти модели автопоездов востребованы на арабском рынке. Машина может перевозить одновременно 2 танка. Арабские Эмираты заказали сразу 22 автопоезда. Многоосные тягачи продаются за рубеж и используются для транспортировки стратегических вооружений. Бронированные машины предназначены для перевозки военных. Посетителям машины демонстрируют их испытатели. Конкретно вот эти образцы, значит, у нас один прошел 100 тысяч километров, причем не по асфальту, а второй 50. Ну, еще продолжаем его испытывать. С джипом, с тяжелым можно сравнить. То есть плавно очень движется по пересеченной местности, скоростная машина. Выпускают и гражданские автомобили, в основном для установки крупногабаритного оборудования. Большинство продукции продается за рубеж.